Все любители мощного кача, пожалуйте на вид Фулин. Это уже не фитнес, а тяжелая атлетика для собак. Здесь таскают мумии, но не как обычно со стола, а те, что для штанги. Причем тянут все от мала до велика. В Америке это очень развито. Там таскают, начиная там пудельки маленькие, левретки, то есть совсем-совсем маленькие собаки. Даже видел я шицу. То есть собаки любые. То есть для них просто делается специально маленькая тележка небольшая, так как для больших собак, и собаки таскают. Как муравьи тащат грудь больше собственного веса. Только этот вес все равно рассчитывать нужно. Не каждая левретка способна сдвинуть с места своего хозяина. То есть совсем не способна. Зато крупный зверь прокатит ветерком зимой и летом. Знай только меня полозья на колесике. Но не важно, чем заниматься. Тарелку ловить или мешки с картошкой таскать. Главное получать собачью радость. Нет, не колбасу, а уважение во дворе. Ведь если ты, Марик, никого не боишься, значит теперь ты сам.